Добрый день, Климов Алексей, компания Prestige Yachts. Второй день выставки Дюссельдорф Boat Show 2020. И снова новинка. Кап Камарад 12.5 Walk Around. Габаритная длина 11 метров 95 сантиметров. Ширина 3 метра 58 сантиметров. Силовые агрегаты 2 по 450 лошадиных сил или 3 по 300. Итого 900 лошадиных сил. Вот только вдумайтесь. Проходим на кокпит. Модульный кокпит. Откидной левый борт с электроприводом уже в стандарте. Кормовой стол трансформируется в площадку для загара. Наборный камбуз. Вы можете комбинировать по своим задачам и условиям. От ледогенератора до 2 дополнительных холодильников. Может быть, газовая плита, раковина, гриль. Все это для комфортного пребывания и отдыха в кормовой части. Сквозной диагональный проход от правого до левого борта исключает необходимость выходить на кормовую часть. Корпус Кап Камарад 12.5 Walk Around комплектуется хардтопом, бимини на выбор. Широкий проход по левому борту. Протопчены по правому борту. Представляет вам доступ на носовой кокпит. Обратите внимание на большую зону для отдыха на носу. Стол трансформируется, опускается вниз, тем самым вы получаете огромную площадку для загара и отдыха. Спинки диванов трансформируются и регулируются по углу наклона. Удобный стол носового кокпита, аудиоподготовка, подстаканники, высокое леерное ограждение для безопасности, солнечная протекция. И все это, весь этот комфорт для одной марки Кап Камарад 12.5 Walk Around. Спортивный, современный, технологичный пост управления. Ручки управления газом реверса силовых агрегатов. Джойстик для комфортного перемещения в ограниченном пространстве. Кресло капитана регулируется по высоте, вылету. Вы можете управлять кайтом как стоя, находясь на посту управления стоя. Три положения кресла капитана. Масса данного корпуса, исключая силовые агрегаты, 5636 килограммов. Объем топливного бака 1150 литров. Объем бака для пресной воды 200 литров. Количество кают данного корпуса 2 каюты. Каюта владельца и гостевая. Идемте. Безопасный и удобный доступ к каюту. Просторный салон от борта до борта. По левой стороне увидите камбуз. Камбуз возможен в исполнении газовый в стандарте. Или, как в данном случае, опционально электрический камбуз. На корпусе Кап Камарад 12.5 Walk Around возможна версия с 2-3 холодильниками или, если вам удобно, 2 холодильника и ледогенератор. Просторная носовая каюта отделяется от гостевой каюты шторкой. Просторный салон с палубными иллюминаторами и боковым остеклением. Стол носовой каюты является продолжением спального места. Галюн по правому борту с раздельным душем. Кормовая каюта на 3 персоны. Идемте. Широкая гостевая каюта от борта до борта, повторюсь, ширина 3 метра 58 сантиметров. Светлая отделка подушек интерьера, бортовое остекление левого и правого борта, палубные иллюминаторы по левому и по правому борту. Все ковровое покрытие на модели Кап Камарад 12.5 Walk Around имеет съемную фурнитуру. Мощный, роскошный, с комфортной планировкой Кап Камарад 12.5 Walk Around – идеальный круизер для дневного вояжа. С вами был Климов Алексей. По цене, стоимости, срокам готовности обращайтесь в компанию Prestige Yachts. До встречи!